в один из дней календаря, в какой, не знаем мы, в последних числах декабря или в начале января, не стало больше тьмы, и прежде чем зашла заря, настал спасенья срок, в знак о рождении царя Христа, лежащего в яслях, Господь звезду зажег. Сбылись пророчества веков о судьбах всей земли, и те, кто верил слову их, Мессию обрели. Когда рождественская ель горит на Рождество, она сквозь зимнюю метель приносит в дом тепло, и в красках радужных огней один пленяет взгляд, что на вершине средь ветвей несет лучей каскад. И в этот день календаря, в мороз и холода, мне о рождении царя напомнит та звезда. И что бы ни было в пути, я верю неспроста и знаю, Отче, нас спасти, ты в мир послал Христа. И только в этом жизнь моя, и в этом смысл весь, служить Христу, всегда горя, неся благую весть. Спасибо, Отче, за Христа, за счастье Рождества, твоя святая чистота и в нас теперь жива. Нечего, компьютер надоел, да еще родители уехали. Рождество называется. И кто его придумал? Рождество! Ну и так настроения нет, еще и на улице веселятся, а мне тут сиди одной. Thank you.
пусть войдет удача дверь, светлый праздник Рождества. Ой, кто это? Вы кто? Как сюда попали? Дай Бог тому, кто в этом дому. Вам и каша вкусна, вам и мед на уста, вам и плюшки с творогом, и богатство полный дом. Ну, за плюшки спасибо, только что вам в моем доме нужно, и как вы сюда попали? Мы празднуем великий праздник для всех людей, рождение нашего Спасителя, Иисуса Христа. Вот и ваш дом пришли поздравить и прославить вместе с вами Рождество Христово. Рождество? Что в этом дне такого особенного? Как что? В этот день родился Спаситель мира Иисус Христос. Родила его Дева Мария. Да, ей явился ангел Гавриил и сказал, что родишь сына и назовешь его Иисусом, он и будет Спаситель мира. Что случилось дальше? А давайте вместе с Марией посмотрим историю о Рождестве Христовом. Точно, а потом все вместе пойдем позовать жителей родного села с великим праздником.